Друзья, всем большущий привет! У нас продолжается игра в Endless Space 2. И давайте поглядим, что еще можно нам тут построить. Так, наверное, давайте лабораторию. Денег, блин, мало, не будем тогда. Ну и тогда здесь изменим колониальный обмен. Поставим. Тут у нас плюс по деньгам. И нет специализации. 4000 скорпион захватить. Залежи пыли. Конечно, увеличим. Здесь тоже пыли много. Увеличиваем. Здесь с пыли не очень. Скорпион. Терраформинг. Уже идет. Так, так, так. Нет, колонизировано. Арктика. Ладно, подождем. Здесь у нас система в плюсе, но как-то не очень. Пепловая. Наверное, ее надо хотя бы сделать пустыней. 1200. Блин, у меня не так много осталось. Влияние. Поэтому не будем тратить. Ладно, пусть пока все это дело строится. Здесь давайте специализацию. Колониальный обмен. Здесь наука хорошо развита. Так, здесь работает. Тут пока есть что строить. Здесь тоже, в принципе. Хорошо. Кораблик тут, я смотрю. Блин, по минус 4, жесть. Тут вот кораблик стоит. Ангар. Так, подавить протесты. Так, то, что издалека было похоже на огромный астероид, вблизи оказалось осколком древней планеты, разорвавшейся много веков назад. Особенным этот фрагмент делает наличие инопланетных сооружений. Какими будут ваши действия, пока осколок не сгорит на Солнце? Забытые науки, одна случайная, делайте деньги. Не тревожьте усопших, вы дураки, что ли? Конечно, наука. Ух ты! Одержит победу в течение 4 ходов. Ну, ничего не поделаешь. Так, ну ты уже красавчик просто. Уровень счастья в системе Экстаз. На герой.
Пока так. Все равно минус 50. Герой много хавает, но потом, я думаю, мы это исправим. Так, ну тут пока пусть растет. Хотя бы объединим маленько. 300 против. Ну, есть вариант, что не сможем победить. Ну, давайте попытаемся. Так, смотреть не будем. Здесь урон, нанесенный защитнику в ходе наземной битвы. Ну, совсем маленько. 5, 13. Ну, может быть, что-нибудь да получится. Понятно, почему она токсичная, вроде такая болотистая. Фига себе, 1000. Где я возьму столько бабла? Это надолго. Так, чё, будем атаковать? Давайте попробуем. Черепаху оставляем. Блин, да ты чё? Непобеждаемый, что ли? Вообще крепкий дядька. Тут эти гады уже открыли. Так. Нам надо вот эту всю веточку изучить, чтобы уровень городов поднять. Интересно.
Тоже ветка отличная просто. А тут вот новые корабли. Ладно, сперва пройдемся по этой ветке, чтобы открыть улучшение второго уровня городов. Потом поглядим. Так, кто еще не строит ни хрена? Не знаю, стоит ли вот эту систему захватывать. Всего лишь одна планета здесь. Очень мало. Так, герой доступен для найма. Еще один, такой же, как у меня. Можно эколога взять, потому что все остальные милитаристы. У меня уже есть милитарист. Хотя можно героя именно. Это куратор. Блин, нету героя, который. Можно было бы закинуть во флот. Командование 9, страсть к путешествию. Вот 18 здесь у нее. Давайте экологов. И назначим сейчас ее в систему. Так, сейчас поглядим и тебя усовершенствуем.
Ну, попытаемся опять. Облом. Так, все строится хорошо. 5 кораблей осталось. Ну, я думаю, не вывезет такая тема. Так, десанты нафиг. Делаем следующее. Так-так. Отправляем, наверное, его вот сюда на защиту. Поближе все-таки будет с Горацио повоевать. И потом вот сюда отправим тоже. Блин, стой, дебил. Тут не исследовано. Так, ну этот уже почти долетел. Хорошо. Все отлично. Не могу понять, сейчас мы теряем больше трудовое население или нет. Или все-таки это плюс у нас. То, что плюс, я вижу. А нет, теряем, теряем. Уходят на флот люди. Надо развивать пищу, тогда будут быстрее строиться, появляться население, и все с этим связано. Так, ну-ка давай-ка поглядим. Тут у нас что дает? Колонизация газовых гигантов, пока нафиг. Филиал торговой компании, торговые улучшения. Торговые компании, штаб-квартира торговой компании, звездную систему. Хорошая вещь. Это что? Рынок. Наемники, герои. Отлично. Выкуп на планеты, скидка на покупку кораблей и очистка системы. Берем. Пять ходов. Так, Рихал. We've seen eels more trustworthy than you. Так, что предложите? Бюро регистрации сделок. Эффект рыночная стоимость звездной системы. Это надо на нашу основную планету. Но, блин, 25-25 надо купить. Здесь 3 хода. 3 хода. На горячее, на стерильное. 7 ходов. 3 хода. Так, специализации нет. Так, сейчас поглядим.
все в науку. Нафиг не в науку, мне в промышленность. Или в золото. Так, на горячее, на стерильное. Ни хрена нету. 25. Посмотрим, что продается. Так, нам бы вот эти деревья нахрен попродавать. Хотя... Так, давайте посмотрим. Тут что? Вот эта тема, увеличение продуктов питания. Но, блин, багровая специя, хватит ли мне ее? Несколько городов точно смогу улучшить. Ничего нету, чтобы улучшала промышленность. Скидка на покупку корабля, на покупку постройка. Так, и чё у меня тут? 0, плюс 24, плюс 4, плюс 2, блин, плюс 3. Эти не растут, придется их покупать. Посмотрим. Так, антиматерия. А чё, больше нельзя? Дамант хотя бы. 10 штук надо. Так, и еще 10 штук. Что, не хватает денег? Черт бы вас побрал. Так, ну и потом понятно. А теперь бы продать бы роскошь. Так, а как продать? Понял, как продать хрень эту? Так, вот что дает производство на планеты. Цена небольшая. Ну а почему только купить? Хочу продать. А, вот, продать.
Так, это до хера. 5 единиц. Отлично, продали. Так. Вот этих надо купить. Ну давайте так. Ну и теперь будем улучшать. Нет, отставить. Пройдемся вот так. На первое место. Сюда. Тоже. Сюда тоже сейчас добавим. Ну-ка, отставить. Так, уже не хватает. Вот. Колонии там поболее. Еще 6 ходов. Эти летят, этот прилетел. Смотрим. Минус 10. Ну, это еще долго. Можно будет Титан и Гиперия маленько попродавать. Но у меня там много чего на них завязано. Надо сюда на антиматерии еще купить. 10 штучек. Хорошо. Здесь
Так. Ну и отлично. Ну что ж, друзья, всем спасибо за внимание. Оставляйте свои комментарии. Всем пока.